О чем мы говорим? Основными задачами законодательства Республики Узбекистан об охране здоровья граждан является обеспечение гарантий прав граждан на охрану здоровья со стороны государства. При этом основными принципами охраны здоровья граждан является соблюдение прав человека в области охраны здоровья, доступность медицинской помощи для всех слоев населения, приоритет профилактических мер, социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья, а также единство медицинской науки и практики. В связи с этим во всех регионах страны по инициативе президента и Министерства здравоохранения организовываются выездные медицинские осмотры граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Консультации проводят высококлассные специалисты из ведущих республиканских центров. Так, на днях в Алмалыке состоялся выездной медицинский осмотр граждан, состоящих в списках железной тетради, проживающих в городах Алмалык, Ангрен и Ахангаран, а также в Пскенском и Ахангаранском районах. Для участия в ежегодной традиционной акции в Алмалык приехали ведущие специалисты, руководители специализированных республиканских центров страны, главный специалист многопрофильных центров Ташкентской области. Как рассказал руководитель медицинского объединения города Алмалыка Низамедин Гапаров, квалифицированные врачи из столицы совместно с главными специалистами АТМО, педиатром, терапевтом, травматологом, хирургом, кардиологом, неврологом, гинекологом, урологом, онкологом, офтальмологом, отоларингологом и другие провели углубленный медицинский осмотр более 400 человек, больных и инвалидов, состоящих на диспансерном учете, матерей, детей, женщин фертильного возраста, оказав им необходимую помощь и предоставив необходимые рекомендации и направления на лечение в ведущих медицинских учреждениях страны. Часть обследованных получили направления на сложные высокотехнологичные процедуры и операции, такие как эндопротезирование, кардиохирургия и имплантация кардиостимуляторов, диализ и онкологические процедуры, а также на углубленное медицинское обследование тяжелобольных пациентов и лиц с ограниченными возможностями. В нашей стране под руководством президента создаются все необходимые условия для обеспечения достойной жизни народа, охраны материнства и детства, воспитания всесторонне здорового поколения. А республиканские медико-социальные акции под девизом «Никто не останется без внимания и заботы» – яркий пример такой работы. Ведь здоровье народа – богатство страны.